Всем привет! Меня зовут Анастасия, и вы на канале «Техника бальных танцев», где мы с вами говорим о базовых фигурах спортивно-бальных танцев. Все названия и фигуры будут браться из четырех источников. Это Гай Говард, учебник Имперского общества, учебник WDCF и сборник WDCF «Syllabus». Биск. Фигура из трех шагов. Начинаем танцевать мы в закрытой позиции и заканчиваем в променадную. Партия партнера будет начинаться с левой ноги. Он танцует вперед каблук, дальше в сторону и немного вперед подушка каблук. И шаг назад. Левая нога закрещивается за правой, подушка каблук. Степени поворота и построения по залу у партнера будут следующие. Начинает он лицом диагонально к стене против линии станца. Первый шаг. Дальше поворачивается между первым и вторым шагом на 1/4 влево. Лицом диагонально к стене тело поворачивается меньше. И на последнем шаге без вращения в променадную позицию. Заканчивает партнер лицом диагонально к стене по линии танца, тело смотрит к стене. У партнерши партия будет начинаться с правой ноги. Она танцует всю фигуру без вращения. Первый шаг у нее подушка, каблук. Второй шаг в сторону и назад, подушка, каблук. И последний шаг назад, подушка, каблук. В променадную позицию. По направлению начинает она спиной диагонально к стене против линии танца. Первый шаг, дальше диагонально к стене против линии танца тело смотрит в центр и заканчивает она лицом диагонально в центр по линии танца, тело смотрит в центр. Виск назад также включает в себя три шага. Здесь мы будем начинать из закрытой позиции и также заканчивать променадную. Партнер будет начинать с шага назад. Он танцует с левой ноги в позиции CBMP. Подушка-каблук, шаг назад, подушка-каблук. И левой ногой, закрещивая за правую, подушка-каблук в променадную позицию. Вращения у партнера нету. Построение по залу описано следующим образом. Первый шаг спиной диагонально в центр против линии танца в этом же направлении. И последний шаг он заканчивает лицом диагонально к стене по линии танца. Тело смотрит к стене. У партнерши партия будет следующая. Она начинает с правой ноги. Первый шаг мимо партнера. Танцует в позиции CBMP каблук. Следующий шаг подушка каблук. И последний шаг правой ногой назад, накрест левой, подушка, каблук в променадную позицию. Степени поворота и направление по залу следующие. Начинает она лицом диагонально в центр против линии танца первый шаг, в этом же направлении второй. И между вторым и третьим шагом поворачивается на 1/4 вправо. Заканчивает партнерша лицом диагонально в центр, тело смотрит в центр.